Ассалому алейкум, камбатты достар, дорогие друзья. А оказывается, Димаш исполнил песню в дуэте не с одной девушкой, а еще с другой, со второй. Но она была чуть постарше, конечно. Ну, друзья, если от первого я был в восторге, да, в восхищении, там, не знаю, в эстетическом шоке, то от этого я вообще, наверное, ну, потому что это был вообще другой стиль, жанр. Если вчерашний, да, у нас... Вот знаете, мне что напомнило? Я нашел, это, оказывается, сам Димаш выкладывал у себя на инстаграме странице. Так, и это мне напомнило, я еще раз насладился. Помните дуэт тоже с казахстанским певцом? Оперным певцом с Сундетом Байгожиным. Помните, да, Нотр-Дам де Пари, мюзикл, такое торжественное, величавое исполнение, прекрасное обоих, Димаша Худайбергена и Сундета Байгожина. И вот то же самое мне напомнило вчерашнее исполнение с этой молодой девушкой, китаянкой, произведение Димаша. А вот сегодня то, что я посмотрел, это там больше, как бы, знаете, драма, трагедия. Ох, как, знаете, такие эмоции, да, хоть не понимаю я китайского языка, но промурашило так до костей, так можно сказать. Какие были мурашки, да, табуном бегали по всему. Если вы не послушали, обязательно послушайте, посмотрите. И, кстати, это видео не Димаш выкладывал. Это Димаш Достар. Вот, напишите в поиске Димаш Достар и будет там. И вчерашние публикации их. Насладитесь этим произведением. Я еще раз переслушаю. Ну, прекрасно. Знаете, там оно, такие эмоции. Ну, понятно, вот языка не знаешь, но эмоции сами по себе в виде слез могут хлынуть. До того так трагически исполнено, продумано, да, прям проникновенно. И Димаш, и его партнерша. Ну, у меня слов нету. Дорогие друзья, вот я хотел с этим поделиться. Я вот сейчас смотрю, да, действительно на расхват. Кто-то там написал у меня из подписчиков: Димаш на расхват. Ну, действительно так и есть. Вот посмотрите, это где-то идет, видимо, как конкурс, да, соревнование, состязание музыкальное. И вот Димаша пригласили. И посмотрите, ладно, с одним, да, спеть исполнителем в дуэте, а тут еще и со вторым. И, кстати, там в клипе, не в клипе, в этом песне, когда происходит действие и показывают участников. И знаете, кого я узнал? Да вы тоже узнали, наверное. Тенгри. Помните, он такой у него, он горловым пением поет. Я не помню, он монгольский или какой. Но, в общем, с Димашем в дуэте они тоже пели. Это вот тоже на каком-то мероприятии. И с Димашем они исполнили, прекрасная песня. Димаш в своем, он в своем, в общем, сочетание двух культур, да, вот такие необыкновенные получилось исполнение. Ну, в общем, друзья, я в таком хорошем, как говорят, в культурном шоке эстетическом еще раз хочу вам порекомендовать, чтобы вы посмотрели, кто не смотрел. Ну, да, это все. Дорогие друзья, салбалмыздар, до встречи на концерте в Астане. Ну, у меня 14 сентября, 13 не получилось. В любом случае встретимся, потому что и 14 уже там, по-моему, тоже билетов нет. Ну, мало осталось. Салбалмыздар, кожескенче.